Эндехох. Эндехох. Нельзя целиться в людей. Ой. О, все, заебись. Не пытайся ты понять, я вижу огромное желание быть ближе. В этот вечер ты без всяких клише чаще дышишь. Чтоб прическа на ветру, короче, была нормальная, надо сейчас сходить постричься. Идем. А вот это уже можно считать после. Что-то я сразу это побелел, больше блондином стал. Ждем Валентина. Сейчас поедем постреляем с винтовочки, с пневматической. Вот. Эндехо. Нельзя целиться в людей. Кто бы говорил. Вот мы, короче, сели, едем на охоту. Генку стреляли. Жага, да. Генка, кстати, Генка мишень будет. Он трубку не берет, прикинь. Че это? Хуй знает. Не то, что не берет, короче, типа, вне сети абонент. А, ну это позавчерашнего, значит. Его, походу, до нас кто-то уже каюкнул. Короче, вот моя Изабелла. Да как так, Изабеллу называешь? Да? Изабеллу называешь? Ну, можно Изабелла назвать. О. Не, тогда это, Маруся будет. Сейчас сниму себя лохмотья, это неудобно. Ох, нихуя тебе, Маруська, у тебя с оптическим? Я же тебе говорил, у меня с оптикой. О. А у меня воздушка чисто. У меня тоже воздушка. Ну, у тебя такая, да, у тебя... Однозарядная. Ну, а у меня многозарядная. Ты гвоздики взял, кстати? Кого? Гвоздики. Блять, целый пакет, нахуй. Красавчик. С молотком, со всеми делами. А, с молотком. Я это, мишени же можно просто так пальцем давить в кору. Все. Мы эти, канцелярскими кнопками, короче, даже там. Не, гвозди пойдут там забить пару штук. Дюфли вот такие вот все. Давай. Мишени будем забивать. Небо чистое, красивое. Заебись. Днем по катушке все-таки лучше снимать, чем ночью. Ну, много чего видно. Да, много чего видно, кстати. Ты, блядь, когда снимал вот этим GoPro, нихуя там не видно было, что я знаю, не видно. Ты не смотрел, походу, монитор. О, мы ебаться еще едем. Что едем? Ебаться. Да, что? Я, бля... Сегодня ночью, получается, никуда не поедешь? Не. Я почему на часок? Потому что мне еще шашлык готовить надо. Так, валю. Короче, на полтора с тобой. Да. А? Я вот на белый. Да я мишень напечатал, по ним будем стрелять. Да. Бать спал, я его только спиздил из дома. А он заметил, что ли? Ну мать ему сказал. А. Нихуя тут полигон оказывается. Да ладно. Это чей, блядь? Новый, что ли, досавский построили. Да. Нет, это не досавский, наверное. Это этот айсберг, походу, или Эльбрус, как его там, Эверест. Эверестовский, походу. А нет, Эверест там находится. Пошли, короче, на старый досавский полигон. Не пошли, а поехали. Нет, тут же можно поехать там вот. Этот объездная, она к реке идет. А вот к реке, ты что, к реке будешь, что ли? Нам деревья нужны. Ну, а там деревья-то есть. Ну, какая-то. Сейчас клещи. У меня-то еще, кстати, мишени нету, я мишень-то проебал здесь вон. Ну, штук. А, это прицел, что ли? Да. А как целиться будешь? А буду целиться через эту хуйню. Как лах. И все, да. Я, кстати, вот не знаю, сколько стоит вот эту мишень купить, поменять. Найти надо. Мне кажется, туда лучше будет поехать. Давай туда, хули. Не, просто на свет хотелось, вот там, на солнышке. Там же тоже свет, по-любому. Просто тут, смотри, вот тут близко деревьев нету нигде. Сейчас вот тут вот. Ну, тут везде трава, блядь. Ну? Хотелось вот где-нибудь там на асфальте, нахуй.
Сейчас вот там до Савский полигон, там асфальт немного есть. Тогда вырублю пока. На тачку только не клади эти. Вот, Маруська. Сука, блядь, я не могу одновременно снимать и фокусировать. Сука. Тогда тут пакет оставлю нахуй. Бля. Во. С оптикой. Нахуй. Вот тоже я так к очку прижал. Все так делают. Мишень. Соревнования, короче, олимпиада. Биатлон. Да. Джага против кого? Ева. Против Евы. Евнуха. Ага. Да. О, смотри, какая гора мусора. Это пиздец, блядь. Нормально. Турбо. Так, смотри. Там тут, смотри, никого нет. Есть кто живой? Есть кто? Нет, нету. Заебись. Отпиздит. На колючки сейчас будешь лезть. В смысле, я? Ты в шортах, ты полезешь? Нет. Бля, на колючки, колючки. А вот тут одна вроде. Наваливает. Все, внимание. Ведется видеонаблюдение. Попизди мне тут. Где? А где тут видеонаблюдение? Вот именно. Его здесь нету. Бля, может, а это пошли в другое место. Этот забор не будет. Не, слышь, ты чё, какое видеонаблюдение, ты угораешь? Вот тут смотри, ты видишь где-нибудь провода, камеры? Какой, блядь, ты чё, это просто так, для виду. Блядь, это для виду, чтобы, типа, не пиздили. Не пиздили, ничего не делали. Бля, не, всё равно это сказать не буду. Сука, да. Вот это весь джиггернаут. Жагач. Ладно. Законы, я законы хорошо знаю. Короче, как найдем точку, о, смотри, возобновим. Подиум. Кстати, да, от классики. Фоксяна. Короче, мы решили по бутылкам и по мишеням. Я, кстати, ребята, без прицела, поэтому у меня тут, как сказать, мушки нету. Так, ну да, дверь она вешает, что-то... Думаю, что-то в гаражу. В смысле, гаражу? Ну, можно гаражу, похуй как-то. Похуй, дело твое. Колготок. Давай, гвоздь. Ща. Хорошо, да, с фотиком стоять? Да. Да, что, не разбить не имею права. Пойду бутылки тогда поищу. Так. Хоп-хоп-хоп. На, держи. Первый пробный. С близкого расстояния не стреляем, потому что ветер и... Тем более такой особой сноровки нету, стрельбы. А ты по левой стреляй. А, то есть по правой наоборот. Моя левая, потому что мишень. Был выстрел или нет? Хуй знает. Она, наверное, ее еще чистить надо, может там пузы вылетают. Ну, сейчас первый прострел делай пока. У меня же тоже изначально не вылетело. Ты вообще видишь, куда она вылетает? Нет. Попробуй в землю стрельнуть. Да, патрон не вылетает. Не вылетает? Смотри. Да, что-то это... Вообще неисправно. Что-то не то. Патрон... А у тебя дуло не снимается, да? Снимается почему? Должно сниматься, ну... это только если здесь разбирать. А, ну не, не будем так вот делать. Смотри, давай похуй постреляем. Облом. Да, с оптики зато поебашим. Да ладно, не кидай. А, сейчас на пока снимай, я это гоняю за GoPro. Прицепим ее все-таки. Thank you.
Эндехох. Сука. Да. И ни одна пуль не вылетела. Так, это машина, давай кинем нахуй. Давай, Серёг. Так, ты ложь пока вперед, у меня тут сзади. Да вот тут просто так. Вот так нахуй облокотить. Дневные пострелюшки. Это так, против хейтеров боремся. И как? Вот прикинь вот так на оптику. На оптике заебись будет смотреться. Ну чё-то хуй знает. Сейчас попробуем. Чё, сука? Кенблок возвращается. Мы, кстати, блядь, снимали, когда вот это на капоте видео вообще криво, блядь. Не туда смотрела камера. Надо было левее чуть было направить ее. Так норм. Там рев прям слышно было. Угу. То есть она даже в кейсе заебись отсюда. Так, давай так смотрится. Угу. Нормально слышно, видно будет. Посмотри, вот прицел. Вот давай. Давай ебало. Поставить, блин. Давай мое ебало построим. Ну, давай. Делаем по 10 выстрелов каждый. Вот. И потом смотрим, у кого что. Я один уже по своей мишени сделал, мне 9 осталось. Вот, кто еще не знает, две мишени тут у нас стоят. Моя левая, вальковская правая. Знаешь, куда попал? Куда? Девятка опять. Опять? Только правее, короче, от первого выстрела. Получается, выше надо брать. О, ветер. Сейчас, короче, чуть выше первого выстрела. Так, я два уже, три сделал, да? Короче, ты два выстрела, одни и те же попал в места. Вон, видно. Да, ну, я постоянно... Девятка. У меня, короче, руки сейчас, пальцы все черные стали от этого. Она же в чем-то там, в смазке в какой-то, вот эти пульки. Там не ржавели. Смазка. В траву, что ли, попал? Скачил. Может отрикошетил. Сколько я выстрелов сделал, считал? Там будет видно. 1, 2, 3, 4. 5. Я тут постоянно почему-то они не толкают. Вот такие дела пока что. Как гангстеры стреляют. Сейчас сюда. Сейчас вообще хуй знает куда. Короче, блять, я не знаю, я не смотрю за этим. Шестой выстрел был. Если я не просчитался, то должен быть шестой. О, почти сейчас. Ну почти, чуть-чуть здесь. Шишуть. Ебать, у меня аж, смотри, камера как упала. Я вообще запись-то включил хоть? А, нет. Ну, лах. Чисто пох. Чисто для видов, для понтов. Да. Что же, заебался сейчас стрелять на пиво? 10 подряд, это, наверное, перебор был, надо было по 5. Краски, фотка охуенно для авы. Деды воевали. Ебать, десятка! Да ладно. Вот иди, последний выстрел остался, иди пока посмотри.
Но нет, не центр. На границе центра. Ну, десятка. Ну, блядь, ну, примерно. Ну, десятка, все. Примерно. Малый бущий фактор. Ну, все равно результаты заснимем. Какой уже выстрел был, восьмой? Вот, вот сейчас последний. А, последний? О, у тебя комар, подожди. Пидор. А-а-а. Пидор. О, смотри, сколько он тебя выпил, нахуй. Заебись. Теперь у моих месяцев. Ой, ебать. Бля. Все, ты скоро умрешь. Так, ну что, пойдем посмотрим. Не попал. Вот иди сюда. Вот всем доказательства. Раз центр, два центр. Вот, но в основном дальше девятки у меня никуда не уходило. Заебись, думаю. Пристрелялись мы для начала, ну то есть. Вообще сам первый выстрел я долбанул куда-то сюда в 9. Да. Вот. Ну нормально, мне понравилось, в общем-то, интересненько. А сейчас 10 выстрелов делает Валек в левую мишень. Вот, давай мне свою Марусю, на тебе мою. Пытайся стрелять чуть выше, потому что она вниз уходит. Да, я с своим оружием вообще ни разу не обращался. Поэтому... Валек, я с ним 3 года не обращался. Мне еще надо настроить будет. Где тут метры? Вот это. 3 метра нормально будет. Я с этого расстояния стрелял. Я правый, да? Да. Зря ты его крутишь. На тройке лучше бы стрелял. Я не смотрю. Не могу сказать, куда попал. Тоже вроде в девятку. Девятка. Да. Что-то мы одни девятина. GoPro упало. Подними чуть-чуть. Снимает. Он экран просто гаснет, чтобы батарейку держал. Он, прикинь, целый час снимал. Ты его не выключил, он лежал в машине. Отрикошетила восьмерка. Лох. Вот уже считай лох. Подожди, может я тебя пачка больше выбью. По очку ты меня больше выбьешь. Опять упала, пиздец. Ее надо затянуть получше. Так что ли? Да. О. О, хорош, а то сейчас это, прицел мне сплющишь. Ну. Бля. Ювелир. Просто, Олег, понимаешь, чем больше целишься, тем, короче, у тебя больше рука дрожит. Не знаю. Но дыхание же задержит, надо. Так, сейчас я скажу, куда ты там попал. Погодь, пока не целься. 9, 8, 9. 8, 9, 9. Ну, пока так. Ты 3 же выстрела, да, сделал? Да. Ну вот, пока так. Давай. Рама. От меня отрикошить, вот такие. В ноги. Всегда так делаю. Да, десятка. Там не граница, там середина. Так, сколько уже, 5-й, да, был? Вроде. Ну, вроде. В огороде. Смотри, налетели пидорасы, блядь. Свежая кровь. Сейчас, Влад. Бля, тут природа, конечно, хорошая, только это. Мусора дохуя. Семь.
ебал ей. Не бомби. Комары тоже кушать хотят. Слышь, нормально у тебя там на границе? А? У тебя там на границе с девяткой, десяткой нормально так пробито? Это восьмой был, да? Сейчас девятый. Все, десятый. Что, сука, GoPro что ли? Я себя где купил? Алиэкспресс. Дефект. Ну, в принципе, все. Так, ну что, го подсчитывать. Так, что тут у нас у тебя? Одна восьмерка. Так, ну слушай, у тебя десятка так нормально. Так, а у меня до хера девяток. Короче, ладно, победил дружбу. Мне сейчас считать впадлу. Че, по бутылке поебашим? Да, по бутылочке. Че, по стаканчику? Ого, по стаканчику. Бля, я боюсь сюда улететь нахуй. Улетит. Айда, сейчас смотри. Поставим их тут, похуй, на земле, и вот сюда отойдем. Вот, короче, это вот. Да? Да, у тебя какая будет? Мне похуй, честно. У меня белая. Че, кто первый ебашит? Давай я. Давай ты. Горлышко, да? Ну, давай с горлышка начинай, чтобы растягивать удовольствие. Главное, чтобы солнечных бликов не было. Ты далеко что-то уходишь? Твоя белая, да, говоришь? Да. Погодь. Че, сука? Надо, короче, чтобы разбить, надо поближе. Надо близко стоять. Там сейчас будет видно по трещине. О, смотри, куда попал. Сюда. Внутрь? Вот, видишь, вот царапина. А. Это. Пошли, это, вот тут. Вот давай, короче, вот с этого расстояния, потому что дальше уже вариков нет, там мощности не хватит. Она тупо не пробьет. Там чисто царапина сейчас была. Ну, полирнуть только и все. О, я же говорю, надо с близкого расстояния ебашить. Вот такой вот результат. Ну, почти так, горло. Так, давай, короче, еще ниже, ниже и ниже. Ебать. Че? Не закрылась с первого раза. Эх, чё-то ты в землю, там даже дым пошел. Это я чуть выше взял, по-моему. О, видел? Я пульку куда упал? У меня в руках. Она, наверное, по инерции. Наверное, это GoPro снимем. Да, похуй, не она мешает. Ну, каждый раз поправлять. Я, пожалуй, сниму. Так. О, все, заебись, полностью в дребезги. Так, ну что, го, моя очередь. Давай. Держи. Ебать, она тяжелая, тяжелее, чем камера. Непривычная, нет. Хе-хе-хе-хе. Бедная бутылка приговаривает к смерти. Это бутылка с прицелом наблюдается. Там фокус надо настраивать, не сам прицел. С фокусом проблемы. Если я что-то начну, там вот вроде нас. Очкуешь? Не пробил. Как у меня. Что-то хуй знает, что-то не вижу, где пробил. Ну задел, звук был. Не пробил. Но задел.
задел не считается. Второй раз не пробил. Бля, у меня прочнее оказалось, чем у тебя. Нет, ты должен ближе встать, я же вон тут стоял. А. Бедная бутылка. Сходу, блядь. Сиханул. По центру разъебал. Ну. Ну, удовольствие только растянуть теперь на этой хуйне осталось. А, в принципе, Валёк, тут не повтори, тут реально такая помойка. Я думаю, бутылок сейчас не проблем будет найти. Ну да. Тогда сейчас. Раздробили мы бутылки, правда, с близкого расстояния. Сейчас долбим по пластиковым. Давай моя будет, ну, маленькая, наверное. Я тебе жизнь упростить решил. А, мимо. Мимо? Иди сюда, мой друг. Это ты мин называешь? А, смотри, пробил. Я говорю, пробивают. Нихуя. Уже это. Ну я просто увидел пылюку, блядь. Она потому что в землю ударилась внутри этой. Тоже вот. Тоже пробило. Тоже пробил. Не пробил. Пробил. Я. Не, я просто так. Ладно, ебаешь? Да. Пизды хочешь получить? Я хочу, короче, поверху попасть. А, сверху пробить. Да. Mm-mm. Так, это я что-то слишком вверх взял. Не, а, ты нет. Пробил просто, блядь, выше второго раза. А, наоборот надо. На уровне первого, короче, только левее. Надо еще выше бить. О, сейчас это дно. А я сейчас вообще, знаешь, куда целился? Вообще намного выше этой банки. Прицел сбился немного по высоте. Я тебе говорю, его настраивать надо. Что, давай ты сюда? Да. Сейчас у меня упрощенная жизнь будет. Я рок-звезда, идите на. Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Зыркаем. Хуй знает, что ты вообще никуда не попал. Куда ты въебал? Хуй знает. Да никуда не въебал. Промазал. Промазал? Я знаешь, куда целился? Куда? Вот сюда, блядь. А, ну тогда выше, получается, взял. На мусоре вот тут всякие. Бутылками. Да, Валёк? Ну? А нам тут ходи. Да, раз. Так, вот сейчас вроде въебал. О, смотри. Смотри, вот угол, как, куда ты хотел попасть. Да, да, да. Примерно прям я туда попал. В уголок. И пробил, вот смотри, вот здесь. Насквозь? Да. О, заебись. Я знаю, куда хотел попасть? Ау. Вот сюда вот прям вот, блядь. Ну, а, я вот смотри, вот у меня получилось в угол попасть. Да, вот я туда и хотел попасть. Угол, мне кажется, это самое прочное будет. Я думал, если попадешь в угол, то она сломаться может. То есть она разлетится. А самое эпичное, знаешь что? Берешь пластмассовую бутылку, в нее воды набираешь и вот так стреляешь. И вода. Да, и пока вода оттуда не вытекет, вот, типа по ней палишь. Так, тоже я... Вроде. Рядом. Да, рядом. Сука, вот. Чуть-чуть правее. Почти, блядь. Из окна гостиничного номера своего. Я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Пока не разъебу, я отстану. Я рок-звезда, идите на. Вот этот скрин сделаю, пиздато получился. Ага, вот куда попал. Да, вот, сейчас наверх. Сейчас я вообще в землю целюсь. Ты вообще ее, это, устанешь разъебывать? Нет, почему? Мне кажется, устанешь. Я наоборот, что все это получаю. Кайф, да? Кайф. Имущество портится. Чужое. Кайф тебе. Ну-ка. Стой, подожди. Я в другой еще целюсь. Бутылку, что ли? Да.
А я, короче, фокусировался на банке на пластмассовую и думал, блин, Валек, ты куда типа стреляешь? У тебя это, дуло, короче, вот в ту сторону было повернуто. Валек, куда стреляешь? Да. Налево, направо. Опять попал. По крышку, под днищу. Нища ебаная. Не, стеклышко намного лучше разъебывать. Я вот тебе говорю, самый эпик — это берешь пластиковую бутылку, она там дырки делаются, и оттуда вытекает вода. И вот, и выиграет, допустим, тот, кто, у кого там, допустим, за малое количество выстрелов вытекла вся вода. Ну, конечно же, актуальнее стрелять вниз, под днищу, но все же. Все прикольно так получилось. Попал. Опять по стеклу, пидор. Ну. Какой ты этот. Я ищу что-нибудь такое охуенное. Вон, смотри. По наклейке. Охуенно вышло. Да, по десятке. Так. Пошел нахуй. Сейчас, подожди, давай найдем мишень какую-нибудь. А вот тут бутылка же до хера валяется. По любой лежачей стреляй. Во, смотри. Валек. Слева? Вот, валяется, да. Я что сделаю? Уа. Цитата великих кудрявых. Кудрявый, привет. Да он не смотрит. Он парагер. Ты пульки с собой взял бы и все. Несколько штук. Сука. Вплотную? Та-та-та-та-та-та-та. Я даже звон из стекла не слышал. А не, смотри, вон. Звона стекла не было. Вон. Пулька где? Хуй знает. Звона стекла не было. Ты тут дулом ее не бей, в надежде, что она разобьется. У тебя уже безысходность. А прикинь, давай-ка попробуй сейчас внутрь бутылки попасть. Там же горлышко пробил бы. Ну попробуй. Я тогда пульки сейчас возьму. Снайпер, начало. Днище у бутылки самое прочное, если ты не знал. Ты его не пробьешь. Вот они, тут вот пульки я принес. Братишка, я тебе пострелять принес. Вещи есть, можно которые пострелять, по сути. Нота, да, допустим, твоя. А, блядь. По генке. Генки нету, так бы я его мишень выкинул. О, смотри, тут свежие вещи выкидывают. Свежие? Ну, го на тачку он поставим. Наушники выкинули недавно. Го на тачку поставим. Вот, смотри, видишь вон ту машинку? Какую? Пластмассовую. А, ну. Ёбни по ней. Там Гилл спит рядом. Сейчас, я что-то понять. Найти не можешь, ты близко слишком стоишь. Ёбнул? Нет. Если что, короче, не можешь найти в оптический, наведи сначала по нижнему прицелу, если близко слишком стоишь. Вот тут. А я ищу, блядь. Машинка. Машинку сложнее будет разъебать. В смысле, она пластмассовая. Она, это, хуже, чем бутылка по прочности. Потому что там пластик твердый, и он это... Не, пластик тонкий, наоборот. Я и говорю, пластик, он в смысле твердый, но тонкий. Что-то вроде сотряслось. Ну, короче, что, тебе не надоело стрелять? Сейчас последний выстрел сделаю. Ну и давай, и будем завершать наши талибанские покатушки. Я, блядь, что-то расстроился на этой машине. Зря я тебе сказал. О, ну да, так только мужики делают. Ну да, попал. Она вот сотряслась. Ну, блядь, она не разбивает. Бля, было бы охотничье ружье, заебись. Охотничье, прикинь бы сейчас хоть... Вообще пиздец. Во все это вышло бы. Что, бой, снимай. Снимаю. Ну вот и закончились наши 25-е покатушки, они более-менее такие получились, стрельбище какое-то.
Вот, у Валька что-то там оружие лажанул, он думал, он ее разберет, что-нибудь там почистит. Вот, я же вчера уже все приготовил, дуло, короче, немножечко почистил. Вот. Но у меня нету такой хуйни, которая дуло чистит. А, ну а у меня оно в этой в комплекте было вместе, короче, когда покупали. Ну и вот. Если вы за подобного рода покатушки, ставьте Лукойл, подписывайтесь на канал. Со мной был Ева, с вами был Саша Джиггернаут, увидимся. Что мною движет? Не пытайся ты понять, я вижу огромное желание быть ближе. В этот вечер ты без всяких клише чаще дышишь, сносит крышу.